Новый микрорайон в Чонках, индивидуальное жилье и первый в области дом с электроотеплением. Планами на ближайшие годы поделились в управлении капитального будовництва Гомельского района. Подробязностями гэтых и інших новаций володая Татьяна Болхова. Управление капитального будовництва Гомельского района выполнило план за минулый год на 105% от доведенного задания. Узведено больше, как 36 тысяч квадратных метров. При этом жилье будовали не только в Гомельском районе, але и в областном центре. У лику новобудовлю шматповерховый дом по улице Ильича. У перспективе новый жилый микрорайон з'явится у Чонках. Планируем строить на берегу реки Сож. В Чонках новый микрорайон, будет красивейший микрорайон, где-то около 5000 населения, там будет около 20 многоэтажных жилых домов. Вот такой микрорайон, как у нас Шведская горка в городе Гомель. Еще одна новина – дом с электрическим отеплением. Узводить его почнуть уже в этом году. Начинаем это новое строительство. Дом с электрическим отоплением, с электрической котельной. Это первый дом в области, 60-квартирный большевик. Мы его должны начать в марте месяце и вести в текущем году дом. Дом такой ноу-хау. Здесь электрокотельная, она находится в подвале. Полностью отопление, горячая вода, приготовление горячей воды – от электричества, электрические плиты, то есть все, дом полностью электрический, газ, газовое отопление и тепловые сети здесь не подключены. Тут такой экспериментальный дом, согласно постановлению правительства. У списке населенных пунктов, где в ближайший час будет побудовано новое жилье, поселки Юбилейный, Большевик, Новые Терешковичи, Красная и Урыцкая. Тут узведут индивидуальное жилье, а так само шматповерховки. У тым лику, згодно с указом номер 240. Татьяна Болгова, Евген Макенко, телерадиокомпания «Гомель».